Своеобразные итоги первых двух месяцев подвели в региональном департаменте промышленности. Оказалось, индекс промпроизводства нашего региона выше, чем в среднем по России. За два месяца ульяновские предприятия отгрузили товаров более чем на 33 миллиарда рублей. Индекс промышленного производства по Ульяновской области за январь-февраль месяц составил 110,1%. Это хороший показатель. То есть мы знаем, что индекс промышленного производства по Российской Федерации не достиг 100% уровня. Один из образцов успешного предприятия – ульяновская компания «Автодом». Основная деятельность – переоборудование уже готовых автомобилей под различные нужды. Из обычных машин завод «Автодом» создает автомобили для скорой помощи, полиции, инкассации, аварийных служб, лабораторий и ритуальных услуг. Свою историю предприятие начинало 10 лет назад. Тогда еще никому неизвестное производство переделывало УАЗики. Постепенно дела пошли в гору. Сейчас автомобили компании обслуживают население в разных уголках страны. Мы являемся официальными передельщиками, так называемыми. Да? То есть у нас договора с компаниями УАЗ, Ford, Peugeot, Citroën. Мы от них получаем напрямую с завода базовые автомобили. Вот, и производим на их основе различные модификации. То есть производим переоборудование, производим спецавтомобили. То есть это машины скорой помощи, это машины для МВД, это школьные автобусы для Министерства образования. На то, чтобы сделать автомобиль для конкретной службы, у работников уходит около 7 часов. Большим спросом пользуются кареты скорой помощи. Предприятие работает сразу с несколькими федеральными программами. И в прошлом году обеспечило автопарк скорой медицинской помощи региона полусотней новеньких машин. Одну машину получили сотрудники 4-й поликлиники на улице Камышинской. Машина укомплектована хорошо. И ИВЛ у нас, и дефибриллятор есть, и шины у нас есть. Все для оказания первой необходимой помощи у нас есть. Носилки есть, выкатываются. Все как положено. То, что должно в машине быть, то у нас все и есть. Годовой объем выпускаемой продукции «Автодома» не менее 1500 автомобилей. И это еще не предел. В ближайшем будущем производство планируют расширить. Уже полным ходом идет закупка нового оборудования и оснащения площадей. Дарья Судрева, Юрий Конихин, новости «Ульяновской правды».